проходя по набережной здесь Сиэтла, мы нашли вот такой коленвал, который прямо, ну, стоит как декоративная часть. И вот такой поршень. Ну, наверное, от старых кораблей что-то такие в двигателях. Это очень так интересно. Конечно же, хотя живем мы в Одессе на прекрасном море, я, конечно, ни разу не видел поршневой системы и клетчатого вала от пароходов. Так что вот такая вот интересная находка, друзья. А что можно сказать? У каждого человека должно быть то, что нас двигает. И это тот коленчатый вал, который нас двигает к Богу. Веришь, что это молитва, веришь, что это решение, желание, стремление. Вот так.